Она пьет меня, ребят, она пьет мое плечо. Но вы не поверите. Еще одно розовое седло! Ева! Ева, ты что сделала? Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы тут собрались, чтобы погладить эту лупоглазую кошку, не меня. Она сердечки пускает! Ой! Ну, глаза у нее, правда, немножко странноватые, но она очень хорошенькая. Лана, это же Орео. Лана, ты как из загона сбежала, уважаемая? Ну-ка в загон назад. Иди в загон свой. Кто тебя выпустил? А ты в свой, вот соседний загон, давай, заруливай сюда. Заруливай. Ладно. А я не могу, мой занят уже, поэтому я, пожалуй, погуляю. А это моя кошечка, что ли, ребят? Как это получается? О, я же приютил кошку, смотрите. Я дверь закрыла. А, подождите, вот только у Ульяны есть лошадь! Ульяна? Откуда у тебя лошадь? Ой, не знаю, я просто очень люблю лошадок, поэтому они, наверное, просто сами ко мне идут. Они знают своего хозяина. Обалдеть. Ой, ребята, тут зима. Что-то мы как-то не по-зимнему одеты. А я тоже хочу лошадь вообще. Там лошади, там лошадки. О, направляемся туда срочно. А вот сюда надо идти, к этому парню, кажется. А он, это девушка, это Рэйчел. Здравствуйте. Я кошка Лана, да, все верно. А я Рэйчел, замечательно. И инструктор. В общем, она хочет предложить мне лошадь. Ага. Ладно, у меня есть задание. Задание на... Мне что, можно выбрать? Что? Я могу купить лошадь за кучу монет, а у меня нет монет. А можно бесплатную лошадь, пожалуйста? По-моему, таких здесь нет, вроде бы. Мне кажется, надо выполнить задание просто. Так, секундочку. Я хочу выбрать лошадь. Вот это мне нравится за 38 тысяч. А сколько можно тут задонатить? Подожди, донатить уже она собралась. Давай задание выполняй. Лошадь, ладно. Не надо, чтобы так все просто доставалось. Давай, хочешь лошадь, надо сначала заслужить ее. Хочу. А что за задание? У меня есть задание, если... Ева, куда поскакала? Ева! Откуда у Евы лошадь? Так, секундочку. Я говорю, у всех уже есть лошади. У нас есть лошадь. Йоши, можно бесплатно получить лошадь. Видишь, ты... О, боже, посмотрите. У меня есть лошадь. Я залезла на лошадь. Я сижу на лошади и пытаюсь выехать, но мне это плохо получается. А что она такая медленная? Выпустите. Выпустите. О, господи. Это прекрасно. Я застряла. За одним ход. Как здесь вырулить, пожалуйста, боже мой. А зачем ты вообще туда залезла? По-моему, здесь навоз. Она какая-то неуправляемая. Если я не ошибаюсь, Ульяна, это какой-то склад навоза. Так, ну опустим подробности, пожалуй, да. Ага, ладно, хорошо. А что у меня за задание, ребят? Мне нужна лошадь. Вот, и у меня есть лошадь, я завершила. Оу, так я завершила задание. Неплохо, очень сложно передвигаться, конечно. А что вы тут мимо других лошадей скачете, товарищи? А я вот тренируюсь. А мы просто катаемся здесь. А я могу перепрыгнуть через забор? Давайте проверим. Нет, да ну ладно, ты же классная лошадь, давай. Давай, у тебя получится. Ребята, нам вот сюда, Лана, давай, нам сюда. А откуда ты знаешь, что нам туда? А вот надо нажать на знак вопросика. А там подсказочки есть. Нет, подсказочки. Ладно, помогите мне. А мне написано, мне вот сюда вниз. Эй, мне под землю, ребят, судя по квесту. Чего? А, мне на лошадь, на которой я уже сижу. Ну ладно, хорошо. О, кажется, я выполнила задание. Надо было просто следить. Вы куда? Кто там? У кого там лошадь засверкала? Эй, почему? У меня тоже. Это у меня, кажется. У нас уровень просто поднялся. Так, секунду, у меня тоже только что вроде как что-то должно было апгрейдиться, но лошадь не сверка. Звездочка! Я хочу звездочку! Звездочка моя! Моя звездочка, не отдам тебе звездочку, моя звездочка! Ой, звездочка! Я заруливаю! Я знаю, я просто хотел напугать Лану. А зачем пугать Лану? Ну просто, а почему бы и нет? Вот у меня еще раз засверкала лошадка. И у меня, кажется, у меня лошадка теперь первого уровня или какого? Так, вот, выполнила задание, и... Чего, меня куда-то зовут? Куда-то не сюда. Ребят, кажется, у меня новое задание. Да, нужно, у всех, я думаю. Нужно через палочки вот так вот как-то проходить. Нужно научить свою лошадь новым трюкам. Вау. Ну, а сначала нужно заехать на эту площадку с нужной стороны, потому что лошадь не умеет прыгать через заборы. Да. А, нет, подождите, меня ведут просто к звездочкам. Ёж, не врезайся в мою лошадь, пожалуйста. Правила дорожного движения лошадного соблюдайте.
лошадного. Ребята, помогите. А ты сдай назад, попробуй. Не работает. Ну она вообще... Как ты перескочила? Моя лошадь через маленький заборчик не прыгает, а твоя через вот эту палку перепрыгнула. Потому что она застряла. Ладно, не стой тут. Я разворачивалась за звездочкой. Так, у меня новое задание. Я вот это выполнила. И мне теперь на следующее поле. Ладно, я сдаю назад. Можно быстрее? Ладно, я лучше развернусь. Так, кажется, я иду. О боже, моя лошадь научится прыгать, неужели? А это что? Какой-то воздушный шарик несет какое-то послание. Эй, эй! Он исчез. Он исчез, потому что моя лошадь его спугнула. Ладно, ладно, хорошо, я все понимаю. Давай, 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 вот сюда. Вот, поворачивай. Сколько же здесь звездочек! Правда, обалдеть. Знаете, мне кажется, сперва нужно было научить мою лошадь разворачиваться. Ну да, что-то как-то это очень сложно. Да и что-то как-то не получается прыгать нормально. Ну, да, они, скажем так, так себе прыгают, но зато вот так и... Чего? Моя лошадь сейчас как будто что-то себе сломала. Моей лошади тоже было больно. Так, секундочку, секундочку. Где, где характеристики лошади? С ней все в порядке? А, ребят, моя лошадь научилась, кажется, прыгать через забор, но не тогда, когда ей это нужно. Так, мы скачем, скачем. Они правда начнут прыгать выше. Я перепрыгнула, ребят, я реально перепрыгнула. Ого, я тоже, наконец. Так, задание выполнено. У меня не получается. Не знаю, как у вас это выходит, но у меня не получается. Вообще никак. У меня не получается. Ну, надо вот тут как-то кажется, я умею прыгать. Ну, через высокие, конечно, трудновато, но через низенькие вполне прыгаю. Ой, это было немножко болезненно, но ничего, я... Ой, лошадь научилась получилось прыгать. Получилось, наконец-то. Отлично, а дальше нам нужно вот сюда. Я не знаю, что это, но я иду по заданию. И кажется... Ага, я должна взять звездочку, потом взять еще одну звездочку. А что? А чему мы тут учимся, простите? Бегать я совершенно не понимаю, но что-то я, в общем, выучила. И, ребят, кажется, это все. Это последнее задание. Мне кажется, мы тут учимся аккуратно разворачивать. Возможно, но, слушайте, по-моему, лошадь стала более управляемой. Нет, она все равно не прыгает через заборы. Ну, есть такое. Но, по крайней мере, да, чуть более послушной. А, кстати, вы в курсе, что мы вот всю ночь сейчас учились что-то делать там с лошадьми? Ну, да, почему бы и нет. Ну, а что, ты предлагаешь все-таки дать им отдохнуть? Ну, да, можно поставить их в стойло, может быть, им там будет комфортно, они там поспят, я не знаю что. Так, давай вот сюда, разворачивайся, давай. Ой, кстати, у нас у всех лошадь зовут Морган. Шевелись назад. Ребят, а тут что? Секундочку, я, кажется, должна вот сюда вот проехать. По-моему, я могу здесь помыть свою лошадку. Так. Ого. Так, я очень хочу это сделать. Давайте попробуем. Ребят, я мою лошадь! Я мою лошадь! А Ульяна пошла набирать себе водичку для лошади? Да, я тоже. Ага, да. Ого! Ой, подождите, а тут можно одеться? Да ладно? Или нельзя? Я очень хотела бы. Эй, ну дайте мне надеть эти штуки. Кажется, нет. Может, где-то... В инвентаре? Нет, тоже нет. Ну и ладно, ну без шлема буду кататься. Опасно, значит опасно. Ребят, а вы знаете, что у меня лошадь есть хочет и пить хочет, и да вообще кошмар что? Какой-то, да. Энергии у нее, конечно, много. Я ее помыла недавно, это тоже хорошо, но мне нужно теперь ее напоить. Ева, ты что, привязала лошадь, что ли? Ага. Ты ее выгуливаешь, как да. щенка? Да. Ого. Прикольно. Так, а я должна как-то накормить лошадь. А у меня нет еды. Как еду добыть для лошади, ребят? Да вот же овес. Вот, смотри, иди сюда. Да, иду. Уу, а это неплохо. Так, прикольно. Ладно, как можно больше овса? Овса и еще, а может еще... А водичку где? А вы не видели тут, чтобы... Пойдем покажу водичку где. Водичка вот там вот колодец на улице. Ой, правда, и ведро даже есть. Так, да. Вот ведро я взяла. А нет, я не взяла, вот теперь я ведро взяла. Ребят, а кажется, я его наполнила, только у меня тут теперь какие-то эмоции появились, которые я убрать не могу. Но мы сейчас около лошади их исполним.
мы ее вот так вот поприветствуем. Привет, лошадка! А теперь вот пей. Ты будешь пить? Она пьет меня, ребята, она пьет мое плечо. Ну, вроде ей нравится. Ну, как бы да, то есть она определенно она это делает. Ну, ладно, напилась, и все хорошо. Так, теперь мы ее покормим. А ты ж не будешь мое плечо есть, пожалуй, вот держи. Нет, она ест мое плечо, это уже гораздо более страшно, ребят. Ой. Но, по крайней мере, она сыта, и давайте еще раз ее. Вот посмотри, вы тоже это видите, да? Да. Ну, ладно, довольная лошадь, ничего не жалко. А теперь можно и прокатиться. Я хотела бы осмотреть наши владения. Так, давайте отправимся на колесо обозрения. Ого, чего? Там еще супермаркет это у есть. Нас здесь, ого. Да, и там еще пляж с пальмами тоже, вот. А вы что, не знали? Нет. Вообще-то нет. Ну, если честно, я тоже, но сейчас мы прискачем туда и посмотрим. Знаете, я очень хочу покатать свою лошадку на этом колесе. Мне кажется, что ей должно очень понравиться. Она точно туда влезет? Ну, сейчас узнаем, но мне уже за что-то заплатили, это очень приятно. Ага. Мы же можем теперь новую лошадку купить. В смысле, а сколько стоит новая лошадка? Не знаю, но мне кажется, должно уже хватить. Но я видела за 38 тысяч, и я очень сомневаюсь, что нам хватит. Так, ребят, там рыбины какие-то. Ого. О, да, похоже на маленького кита. Мы должны попробовать покатать лошадку вот здесь. Давай, забирай. Ну, это что такое? Почему она не хочет кататься? Это же огромные специально вот такие вот, мне кажется, кресла для того, чтобы туда влезла лошадь. А, нет, к сожалению, с лошадью не получится. Ёша, а куда ты уехала? А вот так вот, ну, захотел покататься, почему бы и нет? Лошадка постоит, подождет, а я вот покатаюсь. Так, ну давайте мы тогда тут покатаемся, чтобы не перевешивать. Так, девчонки, давайте вот на следующий. А, вы куда? Ева! Ева, ты что сделала? Бедная Евина лошадь, она еще по голове получает каждым вот этим вот, короче, кабинкой вот этой. Ева, ну так вообще нехорошо, тебя нужно наказать за жестокое обращение с животными. Вот уж точно. Если что, я не ожидала, что так можно, я думала, она со мной поедет. Но она пыталась, очень честно пыталась, по-моему, веревку не выдержала. Мне очень интересно, как ты будешь сейчас ее забирать. Эй, кто колесо остановил? Кажется, моя лошадка. Никто, тебе дают возможность вылезти. А, господи, Ульяна, что случилось с твоей этой штуковиной? Очень опасность какая-то. Ой, она взбесилась просто. Да, так, ладно, я тоже выхожу. Все, отлично, Ева, чини лошадь свою, давай, возвращай. О, господи, она просто упала. А сработала. Кошмар какой, ладно. Так, моя лошадка, пойдем, я не буду с тобой так жестоко обращаться. Не смотри на это. Я надеюсь, у нее не случилось психологической травмы, потому что, ну, это очень жутко. Кстати, может быть, и искупаем свою лошадь в море? Давайте. Ой, нетушки. А она туда не пойдет. Ну, но нам вообще надо на рыбалку. Зачем нам на рыбалку? А задание-то такое. Серьезно? Да. Правда? А у меня нет такого задания. Я уже какое-то выполнила какое-то задание. Вот я нажала и выпала. Эй, я тут не могу, я через чью-то лошадь проехать, король. Господи, у меня что-то страшное происходит. О, Ульяна купает лошадь! Она какая-то взбесившаяся, ее не остановить. Она просто, я не нажимаю на никакие кнопки, она летит. Ну, я искупала лошадку, ей, по-моему, все нравится. Смотрите, тут можно даже полежать, наверное, отдохнуть. Слушайте, мне очень... Лошадки? Не знаю. Так, надо слезть и проверить. Ну, лошадка-то вряд ли... О, слушайте, мне нравится. Там сзади снег, а тут пальмы, зонтик. Здесь снег, кстати, тоже идет. Значит, можно сделать вывод, что здесь достаточно холодно. Просто из-за воды тут все тает. Ребят, у нас есть, кажется, какой-то магазин, и в нем какие-то предметы. Я понятия не имею, что это за предмет. Но давайте купим обычный и посмотрим. Господи, выглядит немножко жутко. Но я получила... Я получила розовое седло, ребят! О, боже мой! Ух ты! Серьезно? Воу. Так, подождите, мне срочно нужно надеть это седло. А как его надеть? Ребят, я что-то ничего не понимаю, но я могу поменять своей лошади хвост. Как? И все. Не знаю как. Ребят, я нашла седло. Я нашла седло и надела его на лошадь. Это просто прекрасно!
А, так, мне нравится, я это выбираю. Красота, и... слушай. О, я могу поменять лицо на английское и вестерн седло. Ну, короче, не знаю, мне нравится, выглядит просто шикарно. А вам что-то выпало? Вы купили какие-то штучки? Пока нет. Да. Ну, и мне выпало за 2000, я взяла, решила взять за 2000 себе боксик, и мне выпал вот такой вот цветочек, в общем. Ой, это красиво, мне кажется, твои лошадки очень идет. А у меня есть еще возможность купить один бокс обычный, я, наверное, это сделаю, потому что на что еще тут тратить деньги? Мне нравится моя лошадка, и, ребят, ну вы не поверите, еще одно розовое седло! Но подождите, за дубликат мне дали 1000 монет, то есть я могу еще одно открыть. Ого. Это, мне кажется, очень логично. Так, я открываю третий боксик и только не розовое седло. О, ребят, а это подставка под седло. Так. В смысле лошадь? Слушайте, а мне нравится, как это выглядит, смотрите. О, слушай, действительно неплохо. Слушайте, ребят, но мне очень нравится эта игра и то, что мы здесь можем делать. Моя лошадь может вот так крутиться и идти назад, пока я ее не остановлю, потому что я даже не трогаю клавиатуру, она просто сама идет. Конечно, хотелось бы посмотреть на вот это вот все не зимой, но мне кажется, что мы просто очень долго будем ждать, когда сменится время года. Ага. Ну, а я, кстати, могу открыть еще один боксик, давайте это сделаем. Я очень хочу, чтобы попало что-то прикольное, и нет, это теперь гранитная какая-то вот эта вот штука под седло, ну и ладно, неважно. А, в общем, ребят, я надеюсь, что вам тоже понравилось это видео, а на сегодня это все, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео, всем пока! 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 Пока!